Актер Сергей Безруков тайно женился на режиссере Анне Матисон. В СМИ появилась информация о свадьбе, которая состоялась на минувшей неделе. О ней рассказал главный редактор журнала «Окей» Вадим Верник, который якобы получил СМС от артиста. Вот что рассказал Вадим. «Пятница, 11 марта, вечер. Неожиданно получаю СМС-ку от Сергея Безрукова. Вадик, дорогой, мы расписались, но мы не делаем громких заявлений. Тихо, без шумихи. Не хотим, чтобы расспрашивали, когда, где и так далее. Оберегаем наше счастье». Но официально эта информация не подтверждена. Сергей Безруков познакомился с Анной Матисон на съемках ленты «Млечный путь». Актер восхищался талантом режиссера, а затем влюбился в нее. В планах у пары снять совместную картину «После тебя» о нелегкой судьбе артиста балета. По словам Безрукова, он нашел новую взаимную любовь и идеального режиссера. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!